Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Вот сегодня я хочу вам показать церковь Святого Николая. Церковь находится в Черногории, в городе Котор. Действующая церковь. Службы проводятся ежедневно. Действительно ежедневно, с 8 до 21 часа. Действующая церковь. Митрополия Черногорско-Приморская. Конфессия православия, сербская церковь. Начали ее строить в 1902 году на месте бывшего храма, который сгорел от молнии в 1896 году. И от этого старого храма остался только золотой крест, подаренный митрополиту Петру II Негошу Екатерины Великой. Так вот, строили с 1902 по 1909 год. В 1909 году она была открыта. Главным архитектором является известный в то время хорватский специалист Чорил Ивекович. Храм выполнен в византийском стиле, имеет один неф и две колокольни, расположенные на главном фасаде. Главный вход святыни находится на площади Святого Луки, украшен мозаичным изображением Святого Николая. Ну, собственно говоря, вот и все, что я нашел в Википедии. Конечно же, в Ризне находятся различные древние рукописные церковные печатные книги, какие-то архивные документы, старинные облачения священников, художественные изделия, какие-то вещи, которые были подарены зажиточными верующими. Кстати, во внутреннем дворе храма располагается родник, который славится целебными свойствами. Я из него тоже вот попил. Вот. Что еще можно сказать в конце? Что церковь Святого Николая является главным храмом города Котора. Она самая большая церковь. И покровительствует путешественникам, морякам, ну и, конечно же, туристам. Поэтому здесь всегда очень много туристов. Хочется, кстати, отметить, что заходить в храм необходимо в одежде, которая закрывает колени и плечи. А женщины обязательно должны покрывать голову. То есть шорты туда как бы не пускают. Можно зайти, конечно, но это некрасиво. В 2009 году церковь отметила свое столетие. И, кстати, в 2014 году сюда привезли 4 большие новые иконы, созданные российским художником Сергеем Присекиным. На них изображены евангелисты Лука, Иоанн, Марк и Матвей. Ну вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания.